происходит немыслимое с точки зрения прежних представлений о ядерном сдерживании. Правящие круги группы стран в припадке отчаянной ярости развязали полномасштабную войну в подбрюще ядерной сверхдержавы. То есть, нихера себе, русские напали. Вот, сначала на Грузию, потом на нас. Вот, а оказывается, сделали это все на Западе. Поэтому выход чисто русский. Страх ядерной эскалации нужно восстанавливать, иначе человечество обречено. Сейчас на полях Украины решается не только, даже не столько, какими будут Россия, будущий миропорядок, но и то, сохранится ли привычный нам мир вообще, или на планете останутся радиоактивные руины, отравляющие остатки человечества, говорит Караганов, который является представителем страны, которая пугает мир нанесением превентивных ядерных ударов.